Всем привет, ребят, с вами Гамбит, а мы возвращаемся в FIFA 20, карьера за футбольный клуб Герта, который борется, в принципе, во всех турнирах, в которых она участвует, и в Лиге Чемпионов неплохо себя проявляет, и, собственно, за Бундеслигу, находится на данный момент на первой строчке, тоже борется, но и за кубок уже в полуфинале, на секундочку, давайте по матчам сегодняшним. У нас февраль мы, ребят, будем симулировать. Это, собственно, Штутгарт и Аугсбург. По матчам мы этих просимулируем. А сыграем мы с Дортмундской Боруссией, с Баварией, с Атлетико Мадридом. Ответная встреча и с Лейпцигом. Вот такие вот 4 матча жестких ожидает подопечных Михаэля Балака. Устраивайтесь, друзья, поудобнее. Приятного просмотра. Погнали. Так, ребят, у нас первый матч со Штутгартом. Собственно, давайте сразу же к симуляции. Не будем откладывать долгий ящик. Стартовый состав на ваших экранах. Погнали. Штутгарт нужно обыграть, ребят. 0-2. Влашичи отличается дважды. Давайте сразу же к матчу с Аугсбургом. Герта 59 очков, у Дортмундской Боруссии 57. Бавария на пятой строчке. Так, ну что... Пошла симуляция и 2-1. Диата, Промес отличились. Ну что, друзья, первый матч у нас из четырех не самых простых, сразу скажу, с Дортмундской Боруссией, и сыграем мы на выезде. Давайте к турнирной таблице. Боруссия дышит нам в затылок. Меньше всего пропустила, кстати, эта команда. На втором месте она, Боруссия Мехенгладбах. Чуть-чуть уже отстает. Дальше идет Байер, Бавария, Вольсбург и Лейпциг. Да, у нас матч, кстати, в этом выпуске еще и с Лейпцигом. Давайте перемещаться, собственно, к матчу с Боруссией. Добро пожаловать на футбол. Бундеслига. Центральный матч этого тура. Сигнал Идуна Парк, где местная Боруссия, Дортмундская Боруссия, принимает своих гостей. В этом матче она сыграет с лидером чемпионата, с берлинской Гертой. Подопечные Михаэля Балака вообще просто, я не знаю, нет слов, как они великолепно выступают. Я хочу сглазить, что в Лиге Чемпионов, где совсем не просто Атлетико Мадриду приходится, что в Бундеслиге. Квинси Промес набрал какую-то феноменальную форму. Также хочу отметить Никола Влашича и, собственно, Матеуса Куни. На ваших экранах капитан, лидер и один из лучших футболистов не только Дортмундской Боруссии, но и Бундеслиги, Марко Ройс. Собственно, состав милей на ваших экранах. Кстати, сегодня Эрликон все-таки играет в старте. Все готово. Боруссия, Герта, поехали. Ох, ребятки, как-то все быстро происходит. Как-то все быстро происходит. Я... После ПС начал записывать, и это небо и земля, ребят, это небо и земля, у меня просто шарики за ролики. Мемфис Депай быстренько нас просто размотали, Боруссия размотала, и Мемфис Депай все-таки нам забивает. Потрясающий удар, но такие не берутся, это просто красота. О, хорошая передача, Квинси Промес! Как вам такое? Как вам такое? Я увидел просто краем глаза, своим левым карим глазом, я увидел, что Квинси Промес не был в положении вне игры. И 1-1. Юлиан Дракслер просто красавец. Ну и Квинси Промес. Вы что, прикалываетесь, что ли? Мидлштенд ускоряется там по левому флангу. Мидлштенд будет врываться в штрафную. Не было никакого нарушения, да япона мать! Ребята, по-другому не могу сказать. Юлиан Дракслер, Матеус Куня. Куня хотела дать передачу на пустые, по сути, ворота на Квинси Промеса. О, хорош Дракслер. Ята. Аскасибар, еще передача. Ох, вот это мы вас разорвали, Боруссия Дортмундская. 1-2.
1-2, никакого положения вне игры нет. Вот это матч, это пушка просто. Аскасибар из глубины забежал и хорошую передачу. И Куня, недолго думать, сразу пробил. Я думаю, он даже не смотрел, куда он бьет. Нужно было бить просто в одно касание. Крестит Джидон Санчо. Амраджан, может быть опасно. Эрлик Холланд пробил в ближний. Людвиг вступает в игру. И дача хорошая. Устремляется Диата. Спокойно проходит. Диата. И вот здесь Флашич, но это расстрел. Это расстрел. Это классика жанра для Герты. 1-3. Здесь Диата, ну, спокойно разобрался с португальцем. И Никола Влашич. Какой мяч, кстати, забивает хорват? Я думаю, 16-й мяч он сравнялся с Квинти Промесом. Квинти Промес и Влашич по 16. Матеус Куния 13. И вот эти парни, конечно, просто разрывают Бундеслигу. Я думаю, где-то в сторонке стоит и курит трио Садио Мане, Фирмино и Мохаммед Салах. Ну, на самом деле, они тоже много, помню, забили в прошлом сезоне или в чемпионском, по-моему, сезоне. Ладно, не суть. В каком они там забили, давайте, у нас тут свое трио есть. Пошла передача. Матеус Куния. Отрывается Матеус Куния. Снова вот сюда. Диатану нужно делать уже четверочку. Ребят, все, до свидания. До свидания, Боруссия Дортмундская. Герту не остановить. Герту не остановить. Все великолепно. Все как по нотам. Как говорится, как доктор прописал. И Диата уже делает счет неприлично крупным. Пике вышел вместо Хумельса. И это не помогает, ребят. Диата. Локи Бакио. И сразу же передача. Локи Бакио. Прострел. Да что вы творите? Да что вы с ними творите? Майна выходит 1-5. Ребят, посыпалась Боруссия. Она посыпалась уже давно. Я думаю, она посыпалась даже когда мы забили второй. Что это такое? Окибакио. Ой, какая хорошая передача. Диата. Диата, я думаю, против будет что-то заканчивать. Диата. Пике. Диата все равно с мячом. Ребят, ну это просто, если говорится, как, если везет, то везет во всем. Даже вот в таких отскоках можно было даже шизды попробовать организовать. 1-5, просто унижение. 5 мячей Боруссия у себя дома, я вообще даже не припомню, когда пропускала. Ну что, друзья, у нас уже следующий матч с Баварией. Играем мы дома на этот раз. Список бомбардиров. Тюрам, лучший бомбардир, 22 мяча. Жезус, Ромес, Паулиньо, Влашич и Левандовски, 15. Марко Ройс и Матеус Куния. В первой восьмерке 3 футболиста из Герта. Это очень радует. Что по составу? У нас есть одно изменение. У нас Турнарига вышел в старте. Влашич уставший. Дракслер тоже, кстати, уставший. У нас следующий матч, по-моему, с Атлетико Мадридом. Давайте не будем, друзья, рисковать. И, собственно, сделаем вот так. Дракслер у нас тоже посидит. Выйдет Майер. Вот так у нас все будет. Теперь можно, собственно, переходить к матчу с Баварией. Бундеслига. Герта у себя дома принимает мюнхенскую Баварию. Вот эти парни, вот эти молодые парни в прошлом туре камни на камни не оставили от грозной Боруссии из Дортмунда. Обыграли их на выезде со счетом 5-1. Сначала Боруссия забила благодаря шикарному удару Мемфиса Депая, но потом получила просто 5 безответных мячей в свои ворота. На очереди Бавария. Посмотрим, как немецкая машина справится с подопечными Михаэля Балака. Горецко. Коман. Леон Горецко. Менди. Ох, как хорошо разыграли Горецко. Да дайте ему что-то сделать, но только не бить. Что я несу, ребятки? Майна. Мидлштенд. Мидлштенд. Квинти Промес. И вот здесь можно убегать. Матеус Куния набирает скорость. Матеус Куния. Ближний. 1-0.
упустили Матауса Куни, но, ребята, что ж, вы же знаете, что все три крайних, ой, все два крайних и центральный нападающий очень быстрые, и упускать бразильца, по сути, первый опасный момент, и сразу же Герта не оставляет шанса Баварии. 1-0. Пробил я посильнее в ближний, потому что удары Фифе в ближний угол, это просто хлебушек. 1-0. Матеус Куни, 14 мяч в Бундеслиге. Неплохо. Сейчас Горецко может и пробить. Это прям выбирает, выбирает. Я прям вижу, что он хочет сделать. Попадая в голову. Людвиг! Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Я даже вообще ничего не смог понять. Но Квинси Промес. Разгоняем атаку. Еще передача. Выход 1-1. Ну сейчас-то! 2-0. Людвиг, я тебя обожаю. Ты просто лучший. Он выручил нас. Бавария не забила. И в следующей же, по сути, контратаке сразу же Герта растерзала. Ну и что сотворил Матеус Куни? Издевательски просто. Майер набежал и... Нойер не выручил свою команду, как это сделал буквально 30 секунд назад. Людвиг. 2-0. Спокойно. И можно выходить через пас. Вот это не есть хорошо. Снова Людвиг. Вот такие вот отскоки. Это вообще наша фишечка. Команда уходит с поля. Вместо него кто? Вместо него Маркус Решвард. Подача в штрафную. Просто отбиваемся. Диата должен догнать, дружище. Вальверде. Альфонсо Дэвис. Неплохо так прошел он в замахе. Канадец. Альфонсо Дэвис. Еще передача. Будет удар в ближний угол. Все-таки Бавария один отквитала. Один отквитала. И это сделал Арп. Благодаря хорошему проходу Альфонсо Дэвиса. Бавария в игре. Все, друзья. 2-1. Герта обыгрывает Баварию. Отлично. Не так, конечно, крупно, как Дортмундскую Боруссию. Но самое главное, 3 очка. Так, ребята, у нас на очереди Лига Чемпионов, ответная встреча с Атлетико Мадридом. Сали в комментариях, посмотри там, как Бавария сыграла, почему она не вышла из группы. Я, ребят, даже не обратил внимания, прошу прощения, давайте быстренько тогда пробежимся. Атлетико Мадрид занял первое место, Тоттенхэм второе, а Бавария до свидания в Лигу Европы. На группа Б, Ювентус, Валенсия, дальше у нас Интер, Челси, ну тут без шансов, Интер просто растоптал всех и вся. ПСЖ, Байер, Порто, Манчестер Сити, Лион, Дортмундская Боруссия, Мадридский Реал по 15 очков. Ливерпуль, Герта, ну здесь все понятно. Очень, кстати, плотная битва была. Барселона, Лацио, Марсель. Ну, собственно, вот так вот, ребят. Давайте к ответу матча с Атлетико Мадридом. Ну что, ребят, перемещаемся мы. На матче Атлетико Мадрид у себя дома принимает Герту. Герта находится просто в феноменальной форме. Уничтожила Боруссию Дортмундскую, обыграла Баварию. Лидер сейчас в чемпионате. Да, уступили мы в первом матче 0-1, но по игре я бы не сказал, что Герта смотрелась хуже. Сейчас будем, ребят, мы рисковать. Нам что еще делать? Быстренько бы нам сейчас забить, и будет гораздо проще. Юлиан Дракслер. И смотрите, что делает. Атлетико Мадрид, он прессингует. Ох, какая передача. Квинси Промес. Квинси Промес. Квинси Промес. Удар в дальний. Еп. Я думал, мяч в сетке на 300%. Пашу. Я вот так же сейчас, кстати, как Балок примерно. Юлиан Дракслер. Матеус Куни. А вот еще момент, ребят. Да что ж ты будешь делать? Аскасиба. Лашич. Дракслер. Юлиан Дракслер. Еще один удар. И все в тот же угол. Может быть, проверим другой. Там Альмар. И сразу нужна. Диата. Диата, хорош. Дракслер, вот здесь ты-то забьешь. Да наконец-то. Ребят, 1-0. Ну, Герта, это машина. Вот она, немецкая машина, ребят. Если, конечно, мы возьмем Бундеслигу, я
Еще раз это скажу. Пока не будем забегать вперед. Не знаю, мадридский Атлетико, Атлетико Мадрид, матрасники, они просто стоят. Они просто отбиваются. У нас прессинг, я рискую, и нам просто нужно уничтожить испанский клуб, потому что я на самом деле на этот выпуск настроен очень серьезно. Я думаю, по моим эмоциям понятно. Хотя, в принципе, они всегда у меня плюс-минус такие. Ладно, Коки. Главное не расслаблять булки. А вот они пошли, булочки расслабленные. Вот они, булочки расслабленные, ребят. Жоу Феликс. Ну, ничего страшного. Ну, как ничего страшного? Какого хрена происходит? Снова Феликс, снова... О, господи. Ой-ой-ой-ой-ой, Феликс! Все, ребят, короче, до свидания, Лига Чемпионов. Два удара, и в этом вся FIFA. Я настолько, наверное, заигрался в атаке, что Феликс нас просто обол. Я даже на оборону уже не смотрел, у меня горели глаза, просто нужно забить. Мы играли, я чувствовал, что Атлетико Мадрид, он ничего не делает, он обороняется, он ждал вот этой вот херни. Это обидно, когда команда ни хрена не делает. Я не могу по-другому выражаться, уж извините меня. Аскатибар. Дракслер. Ох, пушка! 2-2. Это так, ребят, 2-2, мы вылетаем. Атлетико Мадрид, конечно, смотрелся красава. Ну, давайте быстренько по результатам. Валенсия быстренько разобралась с Интером с общим счетом 0-3. ПСЖ обыграл мадридский Реал с общим счетом 6-1. Манчестер Сити без труда обыграл Байер 5-1 общий счет. Барса, Тоттенхэм, ну я думаю, все понятно после первой игры стало. Дортмундская Боруссия, Лацио, здесь тоже все ясно. Вот Ливерпуль, Лион, очень будет даже интересно. Но это мы уже, собственно, потом узнаем, когда закончится Лига Чемпионов. Сейчас у нас заключительный матч с Лейпцигом. Так, ребят, у нас заключительный матч. Играем мы с Лейпцигом. Лейпциг на 6-м месте. Герта лидер, хотя сыграл на одну игру меньше. Нужно обыграть Лейпциг. Хотя играем на выезде, тоже будет непросто. Еще после того, как мы вылетели из Лиги Чемпионов, я еще стал заряжен. У нас впереди кубок с Дортмундской Боруссией. Нужно бороться за кубок и, собственно, за чемпионство. Поехали. Добро пожаловать на футбол, Бундеслига, очередной тур. Скоро у нас финал сезона. Лейпциг у себя дома принимает лидера чемпионата Герту. Герта очень хорошо сыграла в Испании, но этого не хватило, чтобы пройти Атлетико Мадрид и попасть, собственно, уже в четвертьфинал. Сыграли 2-2 и расстроены. Кто пойдет? Ладно, у нас еще впереди Бундеслига, собственно, Кубок Германии. Также нужно было, наверное, с Атлетико Мадридом играть агрессивно. Юлиан Дракслер! Нельзя давать бить Ольмо! Людвиг на месте. Юлиан Дракслер. Лашич. Удар! Ух! Какой момент! Атеус Куня. Снова Влашич. Что-то неразбериха какая-то у ворот Лейпцига. Они даже мяч не могут выбить. 24-я минута. Диата. Игали с мячом Диата. Никола Влашич. Пройдет передача. Матеус Куня. Ух, как хорошо сыграли. Оставили опять Куню. Но голкипер красавец. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Что это такое? А это вот так вот вам. Я не знаю, что там защита делает. В носу они ковыряются. Матеус Куня накрутил. Накрутил своих оппонентов. Вы здесь посмотрите. Ну что там сделал защитник? То они как... Церберы какие-то, как тигры нападают, то они стоят, как истуканы. В этом, кстати, кто-то есть. Быстро Матеус Куня размотал всю оборону. 1-0. Хотя ничего такого сверхъестественного не сделал бразилец. Может быть опасно? Кто? Ой-ой-ой-ой-ой, это Ольмо. У нас угловой. Давайте разыграем. Винси Промес. Майер. Диата смещается. Удар в ближний, штанга. Еще добить. Держи второй. Майер, кстати, в этом сезоне разошелся. В прошлом он, по-моему, один гол забил. Хотя играл всегда в старте. А здесь со скамейки запасных выходит.
0-2. Диатак Рассоис, пушка страшнейшая от штанги, Майер первый на мяче. Только вышел, сразу забивает. Все, ребят, 0-2, победа Герты, Лейпциг терпит, собственно, поражение. А Герта по-прежнему на первом месте. Ну что, друзья, подходит к завершению очередной выпуск. Все бы хорошо, если бы Герта прошла в четвертьфинал, но не повезло. Именно вот не повезло, потому что у Атлетико Мадрида за два матча было три момента, они все три реализовали. А Герта со своим напором, со своими эмоциями вылетает, собственно, из Лиги Чемпионов. Будем бороться, повторюсь, за Кубок Германии, за Бундеслигу. Все еще впереди. Квинси Промес, Влашич по 16 мячей наколотили, Матеус Куни 15. Кстати, давайте посмотрим, кто лучший распасовщик. Диата 11 голевых передач. Также Дракслер, Влашич, Куни, Промес. Ох, молодцы. Давайте завершать, собственно, выпуск. Не забывайте, ребят, подписываться, комментируйте, поддержите этот видос. Это просто офигенный реально видос. Лайка. С вами был Гамбит. Пока-пока.